На трех, на пять. Ага. С двух сторон заезжаю. О, Игнат Тихонович в военной форме. Это здорово. Воин всегда. Вот уж неожиданно встреча. Благословите, батюшка. Помоги Бог. Храни вас Господь. А можно мне воспользоваться возможностью такой? Какой? Я еще был совсем молодым, учился в семинариях московских, так. И слышал про такого Лапкина Игната Тихоновича, гроза баптистов московских, так мне говорили, который ходит с большой бородой и в странном пиджаке. Потом по жизни слышал про Потеряевку и Возрождение в ней, которое начинается, а сегодня вживую вижу вас. Пройдет время. Вот многих забудут, а вас будут вспоминать долго. Вы меня, знаете, я вас хочу прощения попросить за одно очень важное дело. У меня с головой не все хорошо. Я могу выкинуть любой фортель и любую глупость. Поэтому меня простите за то, что я сейчас делаю. Но мне это очень важно. Разрешите вам поклониться. Ну, батюшка. От всей души. Вот вам бы не надо. От всей души. Искренне рад, что Господь привел сегодня, видите, и общаться с вами. Спасибо, Господи. Спаси, Христос. Да. Батюшка, дело в том, что мы с целыми днями на работе. Вы с нами просто пройдите, посмотрите, что мы делаем. Второе, сегодня опять на меня Махов вышел. Ах, Михаил. Михаил. Говорит, забили меня, говорит, вопросами об Игнате Лапкине. И что он говорит? Он ссылается на Библию, а в Библии там столько напорщено, это все. Я закрыл, да, это все. Как же так? Это было Евангелие столько, это все по подозрениям. Я говорю, что человек что-то вот тяжело слушаю. Не, ну главное обвинение какое, что он любит Библию, приводит из Библии, а Библии-то доверять нельзя. Вот это. Это как бывший священник. Так завтра Богу не будем доверять. А кому доверять тогда? А чему доверять тогда? Вообще. Это да. Как я рад вас видеть. Батюшка, как вы надумали-то? Я ведь 2 года назад уже надумал. Я собрался ехать. Я знаю, что вы знали об этом. Загремел в больницу. Прям загремел. Три года назад. Значит, недостойно был. А потом надо было, наверное, помолиться, надо было как-то собраться внутренне. Не просто вот посмотреть, поглазеть, а приехать с желанием так, таким искренним. Две минуты. Я вас... Две минуты. Простите, отвлекаю. Без 7 минут полное молчание заходит. Стоят все и готовятся, чтобы священнику Бог огненное служение дал. Благодарение за всю неделю. Спасибо. Мы поговорим еще. Заходите. Ну, я зайду, только еще разочек мне, ты не верю дальше. Вы наш золотой. Да вы меня задушите, вы сильнее меня. Нет. Вы сегодня на работе побудете. Нет, не сильнее. Нам обедать, сразу завтракать. Спаси, Господи, не сильнее. Давайте. Заходим. Вот сколько, да. Да, Галя.